Здравствуйте, дорогие друзья! Проект InSpam. Итак, заключительное видео по данному проекту. Что же это из себя представляет? Это будет платформа на блокчейне для распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения. Работает с помощью искусственного интеллекта. И в этом видео мы с вами подведем итоги и рассмотрим социальные сети. Итак, первым по традиции Twitter. Сентябрь 2014 года. Довольно старенький Twitter у них. И всего 57 твитов и 2285 читателей. Посмотрим. Сейчас в последнее время довольно часто выходят посты. Они с картинками, они с новостями. То есть, видимо, создан был Twitter давно, но с тем, как проект начал быстро развиваться, они стали развивать и Twitter. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас Facebook, тоже около 2000 читателей, ссылка на сайт есть. Новости, насколько я понимаю, дублируют новости Твиттера. Хотя нет, есть какие-то дополнительные, которые я в Твиттере не видел. Это хорошо. Не часто такое увидишь. Кстати, на русском посты есть. Это очень и очень хорошо. Что можно сказать? Дальше мы видим Medium. На Medium не так уж много всего. Хотя, подождите. Нет, статьи у них есть. Статей, причем довольно много. То есть я вот листаю, и все еще есть статьи. И еще дальше. Это очень хорошо показывает, что люди следят за своим медиумом. Хоть и у них и не так много подписчиков, все равно они пишут о своем проекте статьи и готовы делиться с нами, с вами, со своими пользователями большим количеством информации. Да и вообще проект такой неоднозначный в том плане, что он немножко затрагивает личное пространство человека, но дает огромные возможности. Итак, и последний у нас — это YouTube. У них всего 16 подписчиков, но 6000 просмотров на видео. Это довольно круто. Итак, какое же заключение я могу сделать по данному проекту? Проект неоднозначный, проект довольно интересный в плане того, что подобного я не видел. И он представляет довольно большие возможности, но при этом затрагивает личное пространство человека. То есть любого человека в любой точке земного шара можно будет найти, если он попал в объектив хотя бы одной камеры. С точки зрения прав человека это может не очень хорошо, но это хорошо поможет для поиска пропавших людей, поиска преступников или просто поиска той красивой девушки, которую видели вчера на улице, но побоялись подойти. В целом, могу сказать, что у проекта есть перспектива, особенно ввиду того, что им, скорее всего, заинтересуются власти, и у него будет довольно большая поддержка в этом плане. Но опять же, говорить вам, инвестировать или нет, я не могу, я лишь могу показать понравившийся и интересный проект. И одним из таких интересных проектов является InSpam. На этом, я думаю, можно заканчивать. Мы довольно плотно рассмотрели данный проект. И я думаю, хватит. А на этом все. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.